Здравствуйте. Сегодняшняя тема – геометрия. Подобные треугольники. Подобные треугольники используются в геометрии очень много, почти 90%. Что такое подобные треугольники? Два треугольника. Один, допустим, и С, а другой и один. Сядь подобную друг другу. Если взять одну и его увеличить или уменьшить до второго, тогда оба будет равны. Все углы, все стороны. Чтобы доказать, что два треугольника подобны друг другу, мы сможем это доказать с тремя вариантами. Первый вариант. Если все углы равны, то есть угол А равен углу А1, угол В равен углу В1, угол С равен углу С1, если все равны, тогда это даст нам, что они подобны. Чтобы показать два треугольника подобного, треугольники ABC подобен треугольнику E1, E1, E1. И углы тоже должны соответствовать. Угол А равен углу А1, угол равен углу А1, угол С равен углу С1. И второй. Сторона. Если делить стороны друг другу, тогда они должны дать одинаковое число. A и B, деленное на A1, B1, равен AC, деленное на A1, C1, BC, равен A1, C1. Здесь вот, здесь A, здесь B, здесь C, здесь A1, здесь B1, здесь C1. Это A, деленное на A1, равно B, один и все с этим все они равны. Если все они равны, тогда оба треугольника подобны. И в третьем случае у нас сторона угол сторона. Это сторона угол сторона. Но не сторона сторона. Сторона угол сторона это вот угол А равен угол А1, угол А равен углу А1 и С, деленное на С1, равен В и В1. Вне В и А. В, В1, А, А1. Угол А равен углу А1. Это недостаточно. Чтобы было доказать подобность, нам нужно доказать углы и стороны, которые находятся рядом этого угла. Это тоже доказывает, что наш треугольник подобный друг другу. И подобные треугольники что дают? Если два треугольника подобны, тогда он даст нам Угол, все углы равны, и все стороны равны. Если A, B, C, и A1, и A1, C1, два треугольника подобны, тогда угол A, B, C равен углу A1, и A1, C1. Угол A, C, B равен. И угол A равен углу A. И все стороны. Первый, второй угол. Все стороны. Первый, второй. И. Теперь уже будем решать задачи. Первая задача.
дано треугольники ABC и дано два высоты. CC1 и DB1. Докажите, что AB1 нужно на AC1, AC1 нужно на AB. Нам нужно, кстати, если здесь AC1 сюда, AB1 сюда, туда, то у нас AC делимый на AC1 равен AB и AB1. Это дает у нас AC1, AC делимый на AC1 равен AB делимый на AB1. Это значит, что нам нужно показать, что AC1 и AB1 подобно друг другу. Если докажем, то выйдет. Будем его доказать. У них уже два угла равны. Угол AB1B равен 90 градусов. И это равен углу AC1C. А этот угол у них один и тот же угол, то есть BAB1 равен углу CAC1. Вот этот угол и вот этот угол. Это угол А. Значит, у нас два угла равны. А что будет с третьим углом? Мы сейчас будем доказать эту подобность с помощью первого. Угол. Но в этом случае мы нашли двое, и это достаточно. Потому что третий угол сам по себе будет равным. Потому что в треугольнике сумма всех углов равен 180 градусов. Если A равен B1, E равен B1 угол, тогда третий угол C равен 180 минус A и минус B. То есть это A1 и B1, а это равен C1. Третий угол сам по себе равен. Если остальные два угла равны. Здесь вот для наглядности покажу, вот если здесь альфа, тогда здесь сумма всех углов 118, здесь альфа, здесь 90, тогда здесь 190 минус 180 минус 90 минус альфа равен 90 минус альфа. Значит, здесь 90 минус альфа. И здесь тоже так же. 180 минус альфа минус 90 равен 90 минус альфа. Значит, третий угол равен. AC1 равен AB1. И это даст нам, что треугольник AC1 подобен треугольнику AB1. Вот здесь по очереди угол А и А равны, угол Б, С и Б равны, и угол С1 и В1 равны. Теперь, что это нам даст? Углы уже равны. Это даст нам в сторонах, что AC, деленное на AC, на AB, то есть первый и второй буквы, здесь тоже первый и второй буквы равны, AC1 делим на AB1. Это равен CC1 и AB1. Вот здесь мы специально ставили очередь букв, так чтобы все углы были равны,
равны, были равны A, CBB, вот CB, CB1. Из-за этого мы сможем с легкостью найти эти делители. AC, первая и вторая буквы, здесь первая и вторая буквы, AC и AB. Теперь нам нужно доказать, вот это AB1, AC, AC1, AB. Здесь, чтобы найти этот, мы будем использовать вот эти двое. Здесь ножик как ножницы, это у нас они и этот. Так, AB1, AC1, AB1, AC1. Значит, мы должны вот этот нужен как ножницы, так и выйдет. Если нужно на AB1 равен, если нужно на AB. AB1, AB1, AC, AC, AC1, AC1, AB1. Мы доказали это. Вот мы решили другую задачу. Теперь будем решать следующее. Следующее задание. Здесь нам нужно доказать теорему Пифагора. Прямоугольный треугольник, угол А 90. Нам нужно доказать сумма квадратов сторон равен квадрат гипотенузы. Чтобы это доказать, мы нарисуем дополнительную линию. Это высота. Это нам поможет. Вот здесь, если это угол, допустим, альфа, тогда здесь 90, здесь альфа, тогда третий угол 90 плюс альфа. Здесь 90. А здесь 90 минус альфа, значит, вот этот угол равен 90 минус 90 минус альфа. Это вроде скобки, это 90 минус 90 плюс альфа, это равен альфа. Значит, вот этот угол альфа. Здесь альфа, здесь 90, значит, здесь 90 минус альфа. Вот теперь, значит, здесь альфа, 90 плюс альфа, здесь 90. Здесь альфа, здесь 90, здесь 90. Эти два треугольника подобны друг другу. И третий треугольник, здесь альфа, вот этот угол 90, и вот этот угол 90 минус альфа. И большой треугольник ABC тоже подобно им. Значит, используем эти подобные. ABC треугольник подобен к A, B, C, A 90, A, H, C, H, H, C, всем подобным. Здесь угол A 90, а здесь H 90. Здесь B большой угол 90, а здесь A 90. A, C, C. A, B, C подобен H, A, C. Здесь у нас выйдет A, B, деленное на H, A, равен BC, BC деленное на AC, это равен AC, деленное на HC, то это здесь мы берем эти двое и умножим как нужно. AC умноженное на AC, это AC квадрат, равен BC умноженное на HC. Теперь это два треугольника подобные, и это подобен к третьему треугольнику. HAC. HAC. И HBA два треугольника подобных. Оба H 90 градусов, здесь A у нас 90 альфа, а здесь B. И C. Здесь альфа, а в этом маленьком треугольнике это
Теперь здесь мы будем использовать подобность вот этих двух. Треугольник ABC подобен треугольнику HBA. Здесь у нас это даст AB на HB равен BC на EA, это будет HC на HA. Здесь мы берем вот это двое, умножим их как ножницы. Вот у нас AB умноженное на AB, это AB квадрат равен BC умноженное на HB. Теперь мы нашли эти двое. Нам нужно доказать теорему Пифагора. Вот мы нашли AB квадрат, квадрат и AC квадрат. И если мы сложим их друг к другу, то у нас будет AB квадрат плюс AC квадрат равен AB равен BC HB плюс AC квадрат равен BC HC. Это равен, здесь 2 BC, мы берем его за скобки, тогда внутри скобки остается HP и HC. В картинку смотрим, HP, сторона HP, этот HP, а HC этот. Если сложим их двух, тогда выйдет BC, то есть это равен BC умноженное на BC, то есть это BC квадрат. Значит, вот AB квадрат плюс AC квадрат равен BC квадрат. Мы нашли теорему Пифагора. Вот мы доказали теорему Пифагора. На этом все сегодня. Спасибо, что посмотрели на это видео.